Мало ли что, Толь. Всем привет. Привет, девчата. Сегодня у нас четверг, и мы сегодня с вами снова в прямом эфире. С 2 до 3 мы всегда встречаемся, проводим мастер-класс, в котором мы с вами делаем такие незамысловатые дизайны. А вот, и сегодня не исключение. Сегодня мы с вами посвятим время замечательному набору от компании Эми. Набору, состоящему из 4 гель-лаков плюс декорации, который называется Dolce. Значит, в этот набор, девчат, мы сейчас буквально, пока девчонки к нам подключаются, мы с вами сейчас быстренько рассмотрим, что сюда входит в этот наборчик. Сейчас мы вот так подальше сделаем. У меня такой рабочий набор из класса. 3 ярких, красивых цвета, таких красивых летних цвета. Так, мы сейчас их достанем, потому как будем ими работать. Пока к нам подключаются девчонки, мы еще разочек с вами проговорим, что тема нашего сегодняшнего мастер-класса – это набор Dolce. Dolce. И мы сейчас быстро, пока вот у нас есть времечко, немножко люди подключаются, девчонки, да? Dolce, видите, на Nail Decor Set набор, да? Такая красивая у него. Прозрачная такая косметичка красивучая. Так, 4 цвета, которые вы видите на своем экране. Вот видите, зеленый, черный, розовый и фиолетовый, да, такой красивый, даже такой пурпурный. Они даже и называются так интересно, то есть как бы ни с чем не спутаешь. Dolce Pink, да, Green, Dolce Green, Dolce Black и Dolce Purpur. Видите, вот 4 цвета, которые входят в набор. Мы уже, на самом деле, если кто-то из вас уже смотрел наши прямые эфиры, видели, мы уже как-то проводили прямой эфир с этим набором гель-лаков. И уже даже дизайны как бы делали. Почему мы снова и снова возвращаемся к этому набору? Ну, потому что, во-первых, лето еще не закончилось. Еще впереди целая неделя. Ну да, целая неделя, в принципе, июля. И впереди еще весь август. Так, у нас в Ростове-на-Дону. Кстати, трансляцию, да, ведем мы из Ростова-на-Дону. Меня зовут Наталья Коклюгина. Я работаю инструктором в школе Екатерины Мирошниченко в городе Ростове-на-Дону. И по четвергам проводим мастер-классы. Итак, возвращаемся. Значит, а в Ростове-на-Дону, например, еще и сентябрь можно считать летним месяцем. Поэтому эти яркие оттенки очень красиво подойдут и для покрытий, да, и в августе, и в сентябре, и так далее. Поэтому еще раз и еще раз будем напоминать вам о том, что есть такой замечательный у нас наборчик гель-лаков. Так, 4 цвета. Что сюда входит еще? Ну, декорации. Декорации, значит, входят стразики, камушки, да, стразики для дизайна. Так, что еще сюда входит? Здесь входят, я уже как бы делала с этими декорациями, объемные слайдеры с камушками. То есть сразу объемный дизайн можно сделать, да, не работая даже со стразиками, да, то есть уже дизайны готовы со стразиками. Вот такие вот варианты. Сейчас я вот так попробую сделать это чуть-чуть вот так. О, значит, с камушками. Вот Dolce & Gabbana непосредственно, да, такие вот. С камушками слайдеры кайфушные, с сердечками, с бантиками, вот такие цепочки интересные, да, с крестиками. Но такой вариант, видите, у меня почему-то как-то я меньше всего делала дизайны с этими, вот с этими декорациями. Хотя, вы знаете, можно, например, ну вот, ну крестик, да, это такой все-таки немножко специфический товар. Хотя, вы знаете, если, например, обратить свое внимание, значит, сейчас я вот телефончик свой возьму. И я буквально недавно взяла специально, полистала наряды от Dolce & Gabbana, да, все-таки по следам которого был сделан этот набор. И вот посмотрите, сколько красоты, буквально ненавязчиво. Вот так, да, смотрите. Черный фон, красные, вот они, с камнями. И видите, вот у Dolce & Gabbana, да, вот эти вот крестики все в каменях. Вот прикольно, как бы можно как раз-таки на один из ноготочков, да, в этом стиле как бы что-то сделать. Вот такой вот вариант, полосочки, горошечки. И красная, шикарная вот этот момент, мне очень понравилась. Это сумка белая с красными розами от Dolce & Gabbana. Видите, вот черный фон, белые цветы, вот такой в виде вуали. Вот такой вот вариант, кстати, я вам и хочу его предложить сделать. Мне очень понравилось. Вот смотрите. Вот сетка. Видите, сетка. Горошек. Сердце на заднем плане черного цвета. Украшение. И цветочки.
Все это ничего не нарисовано. Не, ну сердце, конечно, на заднем плане нарисовала от руки. Вот, а все остальное просто пристроила сверху, сделала как будто вуаль. Видите? Вот как раз-таки вот вдохновилась вот этой фотографией, вот этого красивого наряда. Вот видите, белый фон и тоже все как будто брошки с камушками. Зеленый фон и тоже брошки. Видите, как красиво? И как раз-таки вот это вот все можно как раз перенести на ноготочки. Ну, кстати, это в лучших традициях от Екатерины Николаевны Мирошниченко. Она очень любит брать именно в основу модные дома, да, одежду модную, модные цвета, и все это воплощать на ноготочках в жизнь. Видите, вот Дольче Габбана. Просто набрала буквально в поисковике и вот навеяла вот такие вот варианты дизайна. Так, значит, это, конечно, итальянский, да, дом моды, вдохновляет смелостью, да, миксует яркие и глубокие оттенки коллекции, цветочные, анималистичные принты, сексуальное кружево, массивные камни, украшения, создавая незабываемый образ, да, то есть все вот эти вот декорации направлены на то, чтобы создавать сразу готовый образ. Так, значит, очень яркая, значит, нестандартная палитра гель-лаков в сочетании с брендовыми украшениями делает дизайны неповторимые. Но это красиво так вот выражаются, да, наши рекламщики, менеджеры, да, по рекламе, чтобы красиво объяснить, что конкретно входит в этот наш набор. Специально разработанный лукбук. Ага, лукбук вот надо обязательно показать, поможет определиться с выбором дизайнов, а также вдохновляет. Итак, я продолжу тогда с камушками варианты, видите, слайдеров. Слайдеры с цветочками, вот красные цветочки, да, розово-фиолетовые вот такие, кружево, конечно же, неотъемлемая часть, тоже входит в этот набор. Цветы вот такие белые, очень красиво смотрятся на темных оттенках гель-лаков. И даже экзотические такие животные, видите, леопард и всякие такие вот африканские листочки, цветочки, видите, как красиво смотрится. Вот, значит, это декорации, сюда еще входит лукбук. Что такое лукбук? Значит, смотрите. Вот здесь в наборе лежит карточка. Карточка Эми, видите? Look, буква написана Dolce. И, естественно, мы можем с вами по QR-коду перейти сюда вот. Значит, в лукбук в этот непосредственно. Сейчас мы с вами перейдем, прямо вот, чтобы было видно в открытом режиме, в прямом эфире. Так, давайте я сейчас вот так чуть повыше подниму. Вот буквально. Так. Умная камера, что ж ты? Сейчас, девчонки. Ага, все, перешла. А, нет подключения к интернету. Сейчас, секундочку, это я потому что телефон отключила. Сейчас, секундочку. Сделаем по новой. Ага, все, теперь точно все получится. Умную камеру еще раз включу. Так, ну вот, все, теперь по ссылочке переходим. И вот смотрите, Dolce Lookbook. И тут вот можно, когда зайти по ссылочке, даже если вы супер-пупер не умеете вот вообще рисовать, если никогда в жизни не делали никаких дизайнов, то вы, в принципе, можете как бы посмотреть, да? И вы можете перейти сюда, и здесь все конкретно, подробно будет описано. Вот они, красивые цвета гель-лаков, которые входят в набор. Вот декорации, да, и гель-лаки, непосредственно полное описание, что входит в набор. Теперь вдохновились, да, откуда, от каких нарядов вдохновилась Екатерина Николаевна, видите? И здесь есть даже целая куча готовых решений, которых не получается у меня открыть. Так, поближе сейчас сделаем. Готовые решения, даже не нужно долго думать. То есть настолько вот продуман этот набор, что вы сразу можете взять, допустим, открыть приложение Lookbook, посмотреть, какой вариант можно сделать. Ну и готовым, как это выглядит, например, в готовых ногтях. Очень много здесь информации по поводу, значит, как сделать тот или иной дизайн. Здесь все это очень хорошо описано и представлено. Значит, по этапам выполняем покрытие, просушиваем, покрываем там слайдер топа, сушим столько-то минут, пристраиваем туда слайдер, предварительно размочив водички. Девчат, даже люди, которые совершенно не умеют делать дизайны, запросто смогут сделать по описанию. По описанию прям четко все, как отработать, что сделать, что с чем смешать. Вот, поэтому как бы в наборе это все есть. Так, ну, про набор поговорили, теперь давайте будем потихонечку делать. Я сейчас телефончик отключу, опять же, для того, чтобы не мешал нам работать. И парочку вариантов дизайна мы хотим сделать, конечно. Итак,
Значит, убираем все в сторону. Возьмем с вами палитру и начнем с палитры. Значит, я хочу сейчас, девчат, сделать фон такой полупрозрачный. Видите, полупрозрачный. Сейчас я надену перчаточку. Так. Одеваем. Так, и берем из набора гель-лачок черного цвета Dolce Black. И смешиваем этот черный гель-лачок с матовым топом. Ну, в нашем случае матовый топ у нас один-единственный. Это вельвет. Вельвет. И, например, мне больше нравится с матовым топом смешивать, девчат, потому что меньше будет полосить. Хотя на самом деле, вот именно в этот момент вы можете смешать гель-лак и с базой, и с топом. Даже многие берут базу, смешивают, да? Самая хорошая адгезия – это у какого материала? Конечно же, у базы. И вот мы с вами берем и смешиваем либо топ, либо базу с темным гель-лаком, да? Конкретно из коллекции. Так, теперь, значит, покрываем ноготочек. Естественно, мы с вами подразумеваем, что все-таки мы с вами уже покрыли ноготь базой, да? То есть не покрыли, не просто покрыли, а мы сделали моделирование базы, укрепление базы, выравнивание базы. Как хотите, обзовите эту процедуру. Но на самом деле все она будет направлено на то, чтобы укрепить стрессовую зону. Стрессовую зону, красиво смоделировать ноготь. Так, и мы вот таким вот образом покрываем с вами ноготочек полупрозрачным черным цветом. Либо смешанный цвет с базой, либо смешанный с матовым, ну, с топом. Я вот с матовым топом сейчас смешала. Я сейчас еще разочек покрою, чтобы был цвет такой более ровненький. Просушили 30 секундочек. И нанесли еще разок. Так. Здравствуйте, с видео все хорошо, нам написали. Да, девчата, у меня тоже немножечко было, вроде зависло, но я вроде смотрю, вроде все-таки двигается, все нормально. Надеюсь, что нас видно и слышно. Так. И еще разочек очень-очень-очень тонким слоем. Видите, я даже не кисточка из флакона, а просто взяла отдельную там кисть овал. Четверочку. И покрыла полупрозрачным темным цветом из коллекции Dolce, да? Предварительно смешав либо с базой, либо с топом. С чем вам удобно, с тем и смешайте. Так, теперь, значит, в чистом виде черным гель-лаком на заднем плане мы с вами нарисуем сердце. Сейчас мы возьмем опять с вами стекляшечку. Как это легче всего сделать, да? Мы все-таки говорим же про быстрые дизайны. Я опять же воспользуюсь овальной кисточкой изначально. А потом помогу себе кисточкой 5/0 дорисовать сердечко. Предварительно надо, конечно же, кисточку промыть в капельке базы. Ой, хотела было быстро базу найти, нашла. Угу. И кисточку промою в капельке базы, приготовлю ее для работы, потому что все кисточки, девчат, у нас искусственные, и перед началом работы мы всегда смачиваем в капельке базы. Так, ну и теперь смотрите, возьмула овальную кисточку и на заднем плане аккуратненько, ну вот так вот посерединочке, так. Это будет серединка, да, нашего сердечка, видите? Овальной кисточкой удобно сразу задать, как бы, да, размеры, форму верхней части. Ну, а теперь тонкой кисточкой надо будет взять и вывести формочку. Так, не очень удобно мне под камерой, но, тем не менее, сейчас выведем. Так. Ну, соединяем, да, симметрично, вот примерно. Вот сюда. И закрашиваем пространство. Это будет задний план. Задний вид. Если будет интересно, я, конечно, могу еще раз фотографию показать наряда от Dolce & Gabbana, которые вот вдохновили меня на такой вариант дизайна. Так, все. Где-то, конечно, прикроется слайдерами, но и тем не менее, так вот основной фон как бы мы с вами сделали. Так, теперь просушиваем, конечно же.
просушиваем. И, девчат, все будет очень просто. Мы с вами будем дорабатывать наш дизайн, конечно же, с помощью слайдеров, которые входят в набор, да? Значит, ну, я предлагаю, конечно же, взять, например, сердечко. И очень красиво в центре нашего черного сердца мы добавим с вами сердце такое. Так. О, вот так пока положу сюда. Так, сюда же очень забавно добавить какую-нибудь украшалку. Украшалку с камушками. Сейчас добавим. Чтобы смотрелось дорого-богато, так вот я вот возьму вот такой вот тоже слайдер, видите, вот с камушками, с готовыми. Можно было бы, конечно, взять стразики, но и зачем, если есть конкретно прямо готовый вариант. Так, вот сюда добавим. Так, ну и, конечно же, большое количество цветочков. Цветочки возьмем красненькие, очень мне они нравятся. Так, и я постараюсь, знаете, как бы взять... побольше мелких, вот мелкие прикольно будут смотреться. Так, вот здесь вот вырежем сейчас. Понятно, что подробно мы вырезать не будем, так приблизительно отрежем лишнюю бумажку. Так, один цветочек, давайте, допустим, добавим еще один цветочек. Так, возьмем даже какой-нибудь сейчас двойной, можно будет потом его пополам поделить, это не принципиально, важно. Так. Давайте вот такой вот вариант. Так. Ну, наверное, не знаю, про запас сейчас возьму еще какой-нибудь. Про запас, чтобы мало ли, где-то вдруг какая-то неловкая пустота останется. И в лучших традициях школы Екатерины Мирошниченко, знаете, все лучшее и сразу. Целая куча всяких декораций добавим. Так, надо вот так перевернуть. И положить на мокрую салфетку. Видно, вот такие вот декорации приготовила. Видео висит. Девчат, у всех видео висит. Вот сейчас подняла голову. Посмотрите, пожалуйста, а то немножко непонятно. Вроде у кого-то показывает, у кого-то не показывает. Если не сложно, напишите, дайте ответную реакцию, обратную, да, связь обратную. Это я сейчас вот перед глазами мельтешу, добавляю вот эти все наши слайдеры на мокрую салфеточку. Новые комментарии, все ок, все норм, все ок, все хорошо написали, нам все ок. Отлично, спасибо, девчат. Итак, мокрая салфетка просто лежит у меня в коробочке, добавила декорации. Ну, а теперь, значит, я возьму тоненькую кисточку, девчат. Пройдусь по периметру ноготочка. Пройдусь по периметру вот моей вуали, да? Сейчас чуть-чуть. Так, сейчас я подстроюсь под камеру, а то не очень неудобно. Ну, вот так вроде бы попадаю. Так, с одной стороны, с другой стороны. Кисточка, девчат, тоненькая, линеарная, 5:0, белая синтетика. А вообще, конечно же, можно взять любую удобную для вас кисточку. Какая вот вам удобна, такой и пользуйтесь. Так. И теперь немножечко. Можно добавить немножко, знаете, такие как будто бы складочки, да? Так. Так. Вот так мы со всех сторон. Это будет задний план, не переживайте. Все равно будет прикольно смотреться. Где-то что-то закроется, где-то что-то будет видно. Не самое главное. Так, мы немножечко с вами. Все-таки на заднем плане у нас вроде как вуаль. Смотрите, можно добавить, допустим, потом на просушенный фон. Так, я сейчас пока просушиваю. А вам покажу, да, эти варианты. Видите, вот сердечко на заднем плане, вот эти вот складочки. Можно вот, например, сделать без горошка. Видите, вот этого черного. Можно сделать с горошка, можно без горошка. Видно вот эти два варианта с украшениями, да, с цветочками. Так, просушили.
Еще разочек, да, посмотрели на сердечко, чтобы оно было четким. Особенно вот тут вот аккуратненько. Все, просушили. Ну, а теперь, чтобы прицепить целую кучу всяких декораций, конечно же, удобно будет прикрепить это на что-то липкое, да? Но в нашем случае липкое, это, конечно же, слайдер-топ. Но если слайдер-топа у вас нет, то можно, в принципе, на базу, да, на жидкую. То есть нанести жидкую базу и прикрепить все на жидкую базу. Так, мы сейчас с вами... Секундочку возьму, наверное. Знаете, удобно будет, наверное, с помощью подушечки для стемпинга. Сейчас возьму подушечку. Возьмем на подушечку, будет очень удобно ставить наши маленькие декорации, да, то есть как бы будет нам комфортно. Так, слайдер-топ мы нанесли, и, ну и начинаем, конечно же, с серединочки, да. Сейчас мы поставим с вами сердечко в серединку, и уже будет понятно, что мы пытаемся обыграть центр нашего ноготочка. И вот таким вот образом, оп, поставили, да, очень удобно будет. Так, ну а теперь раскидываем цветы по всей поверхности ногтевой пластины. Сейчас. Я точно так же возьму вот так вот аккуратненько на подушечку. Сейчас я подсушу. Буквально секундочку. Подсушу, чтобы уже никуда не двигалась. Я всегда так, знаете, прикрепляю слайдер, подсушиваю немножечко, и все, и уже точно знаю, что он никуда не денется, и можно дальше продолжать. Так, ну и теперь аккуратно давайте прикрепим, начнем потихонечку прикреплять цветочки. Так, а как же нам сделать так, чтобы не один, а несколько? Давайте вот так повыше. Видно, один повыше. Второй немножечко пониже. Сейчас посмотрим, где-то, может быть, нам придется немножко обрезать, где-то, может быть, что-то добавить. Давайте вот так сюда добавим. Так, ну и теперь чуть ниже, естественно. Можно пополам взять цветочки, разрезать, это не принципиально важно. Важно, что мы с вами делаем дизайн, в котором практически ничего не рисуем, да? Ну, за исключением плана дальнего, да? То, что мы там сердечко себе наваяли для интереса. Такс. И давайте вот сюда еще один маленький по краешку. Видно вот так? Видно, девчат? Вот сюда парочку, там можно троечку, можно какой-нибудь пополам разрезать цветочек. Не принципиально важно. Так, ну и теперь мне нужно еще прицепить. Вот я хочу еще прикрепить на серединочку. Знаете, можно заново не наносить слайдер-топ или базу. Можно просто взять, девчат, ультрабонд. Ультрабонд или праймер. В нашем случае вот я ультрабондик возьму. И можно заодно, как бы обрабатывая поверхности наших слайдеров, здесь обработаю, вот так аккуратненько обработаю, для того, чтобы сцепление было хорошее, потому что мы же четко с вами понимаем, что у слайдеров нету никакой липкости, получается, да? И для того, чтобы было очень хорошее сцепление с топом, нужно, конечно же, любой слайдер обработать ультрабондом или праймером для хорошего сцепления. Ну, а мы еще сюда на ультрабонд, прямо на ультрабонд еще посадим вот камушки, не дают мне покоя. Ну, раз уж мы делаем в таком стиле дизайна, да? Раз уж наше задание сегодня связано с набором Dolce, то, конечно же, камушки в этом стиле будет, ну, как бы неотъемлемая часть дизайна. На самом деле, я бы еще что-нибудь добавила. Вы знаете, вот я все время хожу с черным френчем, вот, но как бы не особо там делаю дизайн. Больше нравится, конечно, на типсах делать. А на типсах я бы... камушек, да еще бы на камушек сверху, да еще бы камушком сверху бы прибила. Вот, поэтому как бы на типс... Ой-ой-ой, сейчас маленькая авария. Потому что нужно было это сделать до того, как обрабатываем. Так, подсушу. Подсушу в лампе.
Так, и обязательно, девчат, закрываем уже, конечно же, топом, да? Ну, топ любой, которым вы работаете. Это может быть топ Ультрашайн, да, в нашем случае, допустим. Это может быть топ Т-класс. Я, может быть, хочу добавить потом еще сверху какую-нибудь, ну, возьму импасту, например, там беленькую, доставлю немножко точечки в каком-нибудь непонятном месте. Очень люблю этим делом заниматься. Поэтому давайте я сейчас Т-классом закрою. Т-классом закрою. Не поставила точечки на задний план. Ну, ничего страшного, можно, в принципе, поставить их импастой. Почему бы и нет. Так, мне нужна сейчас какая-нибудь чистая кисточка. Сейчас я вытру овальчик свой. И вот здесь вот, девчат, с камушков уберу лишний топ. Чтобы все-таки, это же у нас объемные камни, чтобы лишний материал убрать. Чтобы камни остались объемными. Так, просушиваем. Просушиваем. И можно как раз-таки вспомнить про импасту. Да? Импаста, гелевая краска без остаточной липкости. Есть множество разных цветов. Ну, не знаю, кажется, самый популярный, это, конечно же, белая импаста, черная импаста. Импаста, видно? Гелевая краска без липкости. И именно импастой можно рисовать по любой готовой поверхности. Вот мы сейчас с вами закрыли топом наши варианты, да? И мы сейчас после того, как просушим, возьмем кисточку тоненькую, белую импасту. Я вот так на ноготочек немножко возьму. И теперь аккуратненько, тоненькой кисточкой, уже по готовому ноготочку поставлю несколько таких ненавязчивых. Так, вот здесь можно немножко, маленькие, тоненькие. Сейчас, девчат, секундочку, кисточку протру еще разок, а то у меня там черный цвет остался. Так. Давайте вот сюда несколько точечек. Ну, вот так немножко. Видно, беленьких точечек добавила. Так, сейчас мне тут написала послание Татьяна. Сейчас я голову подниму и прочитаю. Наверное, там совет сделать какой-нибудь дизайн. Мне вот нравится на типсиках делать, выставлять их, знаете, для фотографирования, прикреплять на планшетку. Так, ну все, больше не буду. Видно вот такие вот маленькие, тоненькие, беленькие вообще капельки. Так, просушиваем. И, в принципе, предлагаю на этом остановиться. Ну, так как у нас есть еще время, конечно же, давайте сделаем вариант дизайна на белом фоне. Вот на белом фоне, знаете, как бы лезть, конечно, любители черного, красного, зеленого, тут все понятно. Скрин сделаете, как бы очень легко все это делается, тем более, что даже какие-то, я просто конкретно не помню, какие, но мы уже делали из этих вариантов. А, кстати, точечки, да, не можно еще поставить же, да, черной импастой. Давайте поставим, почему бы и нет. Сейчас буквально капелюшечку. Так, капелюшечку вернула. Предыдущий вариант. И можно на задний план для интереса. Можно было это сделать под топ, можно на топ, можно было сделать под топ гель-лаком. А можно взять, например, импастой, да, сделать сверху. Ну, вот так получается. Видите, у нас как будто бы там вот, как это, какая такая, не знаю, органза или вуаль, да, черного цвета. Так, просушиваем. И давайте сделаем какой-нибудь вариант такой быстрый-быстрый. Например, возьму цвет. Хочу воспользоваться декорациями этими, ну, например, просто на банально белый цвет. Можно взять какой-нибудь светлый, там, светлый беж, там, и так далее.
Например, девчат, на подготовленную поверхность, сейчас мы будем делать все это дело быстро, на подготовленную поверхность наносим белый гель-лак, просушиваем, просушиваем. Пока просушивается, сейчас возьму этот типсик вот сюда, добавлю, ну, такой уже похожий вариант есть. Эх, такое что-то, знаете, цыганское в этом есть, да, такое эх, наны-наней, какой-то наринай прям. Так, ага, Татьяна мне написала: Наталья, попробуйте себе сделать маникюр в стиле Дольче, у вас такие роскошные дизайны, и вам очень подойдет, там же есть черный цвет. Не, на самом деле, Таня, согласна, черный цвет есть, он даже прикольный, он такой, знаете, с легким шиммером на самом деле, он такой, даже не в чистом виде, такой с легким красивым перламутриком, вот. Согласна, да, ну, вот это все, вот это вот цветы на своих руках, не знаю, вот на типсах нравится вот это все дело. Ну, разве что на один пальчик можно, в принципе, к черному цвету себе добавить. Ну, посмотрим. Может, как-нибудь все-таки, знаете, торкнет на старости лет. Так, давайте возьмем какие-нибудь крупные, да, вот здесь вот есть крупные цветы, чтобы было понятно, что можно сделать не только с мелкими, да, но еще и с крупными. У меня есть такая вот идея появилась и очень даже понравилась. Я беру крупные цветочки, девчат, и разрезаю пополам на две части. Прям вот ровненько, оп, и на две части разрезаю. Конечно же, нам потребуется мокрая салфетка. Сейчас мы будем сюда декорации быстро складывать. Так, раз, два, давайте еще один какой-нибудь крупный. Давайте вот этот вариант цветочка. Видно, вот такой довольно-таки большой, да, на весь палец это будет как вот блямба, а мы с вами, естественно, сделаем немножко тут сейчас финт ушами. Так, давайте также пополам. Можете вот так наискосочек взять и вот так на две части, оп, разрезать. Это следующий цветочек. Ну и чтобы заполнить дырки, которые потом у нас где-то там образуются, ну давайте вот этот возьму помельче. Я просто хочу, чтобы были задействованы все декорации, да? А то получается маленький, это, конечно, прикольно, удобно. Давайте вот так, не в длину, а поперек, оп. И тоже пополам. О, вот так. Значит, удобно, конечно, маленькими декорациями пользоваться, но хочется задействовать по максимуму все. Вот, поэтому предлагаю белый цвет просушить, просто белый гель-лак, белая гелевая краска, неважно. Значит, так, теперь, либо вы наносите тонкий слой базы, ну, бейс-гель, да, например, девчат, видно бейс-гель, либо слайдер-топ. Ну, мы обычно, конечно же, рекомендуем слайдер-топ, так как работаем со слайдерами. Хотя на самом деле, если слайдер-топа нету, я бы никогда не говорю, что, конечно, вы что, потратьте кучу денег, купите себе. Нет, абсолютно, можно заменить обыкновенной просто базой. Так, так, просушиваем, девчат, 10-15 секунд, больше не надо, потому что мы потом будем все равно досушивать. Так, ну и теперь... Аккуратненько мы сейчас сначала, первое, что мы сделаем, пристроим наши декорации. Я опять воспользуюсь, просто чтобы очень ровно было, просто через подушечку видно вот так вот, видно хорошо. Центральная часть ноготочка, чтобы попасть по центру. Так вот, раз. Теперь от этой же картинки можно взять и поставить... Оставляем серединку пустой, вот, например, вот так, чуть ниже. Вот так, видно, со сдвигом. Следующую беру картинку. Опять на подушечку. Просто хочу, чтобы четко по центру попадало, чтобы ровненько было. Так, ну давайте, ну пусть будет здесь, конечно же, как продолжение. Вот половинка. Жалко, листик убежал у меня. А я его сейчас вот так возьму, подцеплю, обрежу аккуратненько, так-так-так, не убегай. Так, я его сейчас, девчат, подхвачу, опять на подушечку. Нравится он мне. И вот сюда, опа, смотрите, просто вставила, да, чтобы зеленочка тоже у нас появилась. Так, ну а теперь здесь выше и ниже, конечно же, мне нужно доставить оставшуюся половинку слайдера вот здесь. Так, ну и мелкие я же тоже вырезала для того, чтобы пространство закрыть в верхней части ноготочка. Ну, в принципе, все, да, наверное. Так, вот здесь вот лишнее. Ну, это мы сейчас все бафиком обработаем, ничего страшного. Я куда-то вверх, да, уползла по камере. Так, и теперь...
можно было чуть помельче цветочек. Ну, наша, я же специально сделала такую цель, да, себе поставила, чтобы задействовать побольше цветочков. Так, что мне не хватает? Ну, мне кажется, вот здесь вот мне эта дырка не очень нравится. Но она у меня закроется потом. Я потом буду под серединочки добавлять линию, допустим, черного цвета. И потом клеить, допустим, декорации. Так, просушиваем все это дело. На самом деле все это совершенно несложно. Так, и обязательно мы уже договорились, что все слайдеры мы обрабатываем ультрабондом или праймером для того, чтобы было хорошее сцепление. Так, обрабатываем. Так, смотрите, чтобы внимательно, чтобы с торца ничего нигде не торчало. Так, и прямо по ультрабонду я возьму капельку черного гель-лака из коллекции Dolce. Да, вот у меня тут на стекляшечке, помните, есть. Так, и теперь аккуратненько посерединочке. Я разрезала на самом деле цветочки, чтобы их расставить в стороны, да. Вот они крупные, можно было в принципе и так приклеить, но когда расставляешь вот так со сдвигом, да, то есть как бы двигаешь выше, ниже половиночку, и получается прям не просто вот блямбы, да, цветов, а как бы такой выложено, как из мозаики цветочки. Так, ну а теперь давайте воспользуемся опять же декорацией, которая входит в набор Dolce & Gabbana. Так, где у меня такие есть слайдеры с полосочками цветными из камушков. Сейчас. Угу, куда-то я уже успела хорошо спрятать, нашла. Вот такие прикольные цветные, да? И к нашему белому фону вот эти вот разноцветные камушки будет то, что надо. Так, белые камушки. Ой, белые камушки, цветные камушки. Так. И давайте какую-нибудь украшалку. Ну, давайте красненького, да, цвета. Вот такой вот какой-нибудь с камушками по центру сейчас мы добавим. Так. Секундочку. Чем покрываем? Конечно же, слайдер топ. Аккуратно контролируем торец, да, чтобы нигде ничего не торчало. Так, и подсушиваем, прикрепляем нашу брошь. Она не будет сильно бросаться в глаза, потому что, в принципе, у нас там фон такой, да, с красными цветочками. Поэтому давайте, куда пристроим? Давайте сюда. А теперь чуть выше и чуть ниже камушки, да, пристроим, девчат. Вот сюда можно. Да? Вот я себе отметила, чтобы лишнее не отрезать, по красный камушек сейчас обрежу. Да, чтобы лишние остаются. И всегда можно потом добавить к любому дизайну. Так, и верхушечка чуть-чуть. Все, водичку разместили. И все это пристроили на поверхность. Так. Смотрите, прикольно будет. На один камушек я все-таки промазала. Придется подобрать. Ничего, сейчас все подсушим. Так, и верхняя часть. Как, знаете, как закон подлости. И сверху один камушек лишний, и снизу. Так, все это дело пристроили, просушили. Обязательно слайдеры, да, неважно, с камушками, без камушек, абсолютно неважно, обязательно перекрываем, не перекрываем, а обрабатываем ультрабондом для хорошего сцепления. Ну, в нашей гелевой системе, да, теми, жидкость, которая грунтует натуральную пластину, которая служит как двойной скотч, которая как клеевая основа, да, работает, у нас называется ультрабонд. В любых других гелевых системах это называется праймер. Вот, поэтому
Праймер, ультрабонд, неважно. Все, высыхает на воздухе 1-2 минутки, растворяется пленочка, на которой находятся наши камушки. Вот, и после этого, конечно же, закрываем топом. Хотите глянцевым, хотите матовым. Ну, я, например, не вижу смысла, например, покрывать матовым топом, потому что, ну, не будут камушки блестеть. Хотя, знаете, можно заморочиться, конечно, покрыть матовым топом, убрать все лишнее, как бы, да, с поверхности камушков, имеется в виду лишний топ. А потом каждый камушек в отдельности покрыть капелькой глянцевого топа, нанести на макушечку каждого камушка. И получается, что камушки будут блестеть, а фон будет при этом матовым. Ну, можно сделать и так, если, конечно, есть время. Так, убираем лишний материал с поверхности камушков. Вот так аккуратненько лишнее убираем и просушиваем. И просушиваем. На самом деле, ну такой, знаете, вот прям простой-простой вариант. Даже вот со всеми того, что я тут немножко вошкаюсь, где-то немножко медлительная, где-то переживаю. Видно, не видно, слышно, не слышно. Знаете, все равно вот белый цвет нанесли, пока нанесли, сушите 30 секунд. Вы определяетесь с цветочками. И такой вариант можно сделать абсолютно с любыми цветами. Тем более, что здесь вот есть, например, вот и розовый с сиреневым, да, и беленький цвет. Точки в этот набор входят, ну и розовенький с красненьким маком, который мы с вами делали. По большому счету, можно и вот эту зелень тоже пристроить на белый фон и пропустить красивую полосочку с камушками посерединке. Вот, поэтому, в принципе, можно воспользоваться любыми декорациями. Так, вот так, видите, дорого-богато. Вот, на самом деле, у нас уже был прямой эфир, мы уже делали варианты, по-моему, не помню, по-моему, зеленый даже делали, фиолетовый, вот. Но добавлю вот сегодня те, которые сделала, однозначно в прошлый раз не делала, потому что я сегодня сделала их. На самом деле, мне нравится играться с этими штучками, дрючками, с этими красивыми декорациями. Ну, потому что все придумано, знаете, просто нужно взять и воспользоваться. Не нужно изобретать велосипед. И вот, и поэтому очень много выходит наборов вот у компании Amy. Катя Мирошниченко придумывает очень много таких, знаете, материалов, которые можно сочетать друг с другом, можно делать, значит, в набор входит обычно там всякие там камушки, слайдерочки там и так далее. Даже был набор из 4 гель-лаков, куда входила пластина для стемпинга, там были аффирмации, знаете, у меня все хорошо, люблю жизнь, жизнь любит меня и так далее. То есть как бы можно прямо брать готовые решение, как бы, и применять их в жизнь. Ну и самое классное, конечно, когда выходят материалы у компании, они не просто вышли и продаются в магазине, они, конечно же, сопровождаются инструкторами и самой Катей, и девчонками, и да, и многие те, кто работают с компаниями, сразу предлагают готовые решения с этими вариантами дизайнов. Вот, поэтому очень удобно пользоваться материалом, потому что кроме самих гель-лаков, декораций, всегда есть какие-то готовые решения. И вот я сейчас вам сюда же их добавлю. Может быть, как раз-таки кто-то вдохновится, сделаете скриншот. И не нужно делать на всех пальцах этого. Конечно же, абсолютно не нужно. Но на одном пальчике можно запросто, да, сделать какую-нибудь такую красоту с камушками. Вот, или, например, в сочетании там, не обязательно с цветами, которые входят в этот набор, да, можно взять, в принципе, любые гель-лаки и посочетать вот с такими красивыми декорациями, которые входят в набор Dolce, да. И правильное название Dolce, так, я сейчас бумажку подниму, Dolce Nail Decor Set, набор Dolce. И по поводу ценовой политики, мы сейчас тоже с вами, у нас осталось несколько секунд. Я взяла сейчас вот с собой, поднималась на второй этаж в класс и взяла этот самый каталог готовой продукции. Хотела быстро здесь посмотреть, что у нас здесь представлено в каталоге, пока вы сделаете скриншот. Да, набор гель-лаков. Ага, вот замечательно, она сразу нашла, смотрите. Вот в каталоге набор гель-лаков Dolce. Видите, набор 4 штуки гель-лаков по 9 мл, вот они представлены. Плюс в состав набора входит 5 Nail Dress слайдер дизайн, 5 Nail Crust, это когда объемный, да, открытка лукбук, это когда по интернету переходите, вот этот наборчик. И видите, изначально он стоил почти 4000, 3990, на сегодняшний день он стоит 3100. Вот, и, ну, на самом деле разделить на 4 лака, плюс куча декораций, плюс камушки, плюс то, плюс все, и получается, конечно же, очень, как бы, недорогой вариант. И целая куча готовых вариантов дизайнов помогут вам, конечно же, в работе. Ну, на самом деле, как бы, время бежит быстро.
Вот, девчат, всем огромное спасибо за ваше внимание, за ваше участие. Надеюсь, мы были вам полезны сегодня. В следующий встречаемся в четверг, как обычно, в 2 часа дня ВКонтакте. И будем делать опять какие-то варианты дизайнов с новой коллекцией, которая вышла. Ну, об этом будет чуть позже объявлено в расписании. Всем удачи, всем творческих таких вот интересных решений на ноготочках и побольше всем денежных клиентов. Всем удачи, до свидания, до встречи.